Меня посещала мысль свалить. Ну, наверное, больше не навсегда, а что-нибудь получить для себя. Потому что всегда, когда ты что-то получаешь для себя, ты себя расширяешь, и тем самым ты становишься более интересен для других. Вот, поэтому если куда-то уехать, то что-то получить для себя. Вот у меня был период, я жила год в Париже, вот так вот периодически переезжаем, вот. У меня вообще все родственники разбросаны по разным странам, поэтому я часто путешествую и от этого что-то дополучаю, и поэтому готова отдавать. Я знаю многих людей, своих друзей и знакомых, с которыми я работала на площадке, они уехали, кто в Лос-Анджелес, кто в Лондон, и они там строят свою карьеру, но я знаю, здесь у них были какие-то проблемы, какое-то недопонимание как персонажа, поэтому, видимо, они там что-то дополучают для себя более, чем здесь. Каждому свое.